мы приветствуем вас по традиции в театральном зале Дворца культуры железнодорожников. Сегодня церемонию награждения победителей конкурса «Донская волна» для вас проведут Артур Акопов и Мария Толпинская. А также мы приглашаем на нашу сцену член жюри оргкомитета Евгения Апарина. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, Маня, Артур. Я очень рада видеть вас всех, тоже от имени членов жюри, конечно, приветствую зал. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы участвуете в этом замечательном конкурсе. Конкурсе «Донская волна», который когда-то задумали и реализовали Михаил Баланов, Елена Баланова и их единомышленники. Все вы знаете, что нынешней весной не стало Михаила Александровича Баланова. 27 мая закончилась его земная жизнь, но остались его дела. Вы, родители, вы сами, ребята, понимаете, как важно, чтобы кто-то вас понимал, поддерживал и видел у вас вот эту самую искорку, даже самую малую. Он видел, он поддерживал талант, он хотел, чтобы дело продолжалось. Один из талантливых людей, раскрывшихся на нашем конкурсе, был Даниил Булавков. Он пел добрые, светлые песни. Он верил людям и надеялся на светлое будущее. Но, к сожалению, сегодня его с нами нет. Жизнь этого юного парнишки оборвалась нынешним летом. Мы всегда будем помнить о вас. Я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась. Быть может, вздохнет кто-то очень легко, а кто-то заплачет. Быть может, умчится мой поезд на стыках звеня, умолкнут былые оркестры, и тот, кто родится позднее меня, на сцене займет это место. Излишне комментировать эти минуты щемящей грусти и благодарности. Дорогие друзья, прошу садиться. Слово предоставляется директору конкурса «Донская волна» Елене Алексеевне Балановой. Добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады, что вы сегодня собрались по традиции в этом замечательном большом зале Лен Дворца. Хочу сказать, что дело, которому посвятил все последние годы, без остатка, годы своей жизни Михаил Александрович Баланов, это конкурс «Донская волна». Мы будем продолжать. Спасибо большое. Мы, это мы и вы, конечно же. И хотим присвоить конкурсу имя Михаила Александровича Баланова. Теперь конкурс будет называться «Донская волна» имени Михаила Баланова. Спасибо большое. Спасибо. Я знаю, что вы нас поддержите. Поздравляю с окончанием, таким долгим затянувшимся, к сожалению, окончанием 7-го конкурса «Донская волна» и с открытием, с началом нового конкурса «Донская волна» имени Михаила Александровича Баланова. Дорогие друзья, я хочу сказать за
слова огромнейшей благодарности нашим спонсорам. Генеральный спонсор конкурса ОАО «Ростовский порт». Давайте поаплодируем ему. Спасибо вам огромное. И официальный спонсор конкурса компания «Дайвер». Спасибо вам большое. Спасибо. Конкурс поддержан ростовскими региональными отделениями Российского детского фонда, Союза журналистов России, Министерством культуры Ростовской области, представителями широкой общественности, деятелями науки, культуры. Более 20 благодарственных писем педагогам за мастерскую работу с детьми, пробуждение и воспитание высоких духовных и творческих начал в личности, подписано министром культуры Ростовской области Александром Резвановым. Каждый участник конкурса отмечен эксклюзивным дипломом организаторов с надеждой на дальнейший рост. Обладатели гран-при прошлых лет Вика Оганесян, Ирина Ахьядова, а также победительница номинации «Эстрадный вокал» Ира Морозова успешно участвовали в проекте столичного телевидения «Голос». Звание гран-при конкурса в этом году удостоен Руди Курчиян. А на сцену приглашается Рудольф Курчиян. Песня называется «Дедушка». Церемония только чуть украшена выступлениями конкурсантов. Основное время уделено торжеству награждения, значимое событие года. И его итоги очень важны. На сцене конкурсанты, члены жюри, почетные гости вручаются награды. Я являюсь представителем немецкой общественной организации «Форум русской культуры Гютерслоу» в России. Организации уже 20 лет. И господин Кисель попросил передать вам всем свое приветственное письмо, которое я сейчас зачитаю. Сердечно поздравляю вас с международным музыкальным конкурсом «Донская волна». Наши связи с Ростовом-на-Дону начались с визита нашей делегации в мае 2009 года. Шлю свой привет всем участникам конкурса, желаю много радости и больших успехов. Презентация результатов творческой деятельности – это обогащение общества. Позвольте мне передать это Елене Алексеевне. Звучит много добрых слов участникам и организаторам. Ведь конкурс постоянно творчески обновляется, растет, ширится. Вот в этом году появились призы зрительских симпатий. Весь год, благодаря знатоку интернет-пространств, генеральному директору фирмы «Роцер» Виктору Бекетову, проводилось интернет-голосование. На канале агентства независимого телевидения выкладывались видеоматериалы об этапах конкурса, а зрители голосовали. Друзья, интернет-голосование у нас состоялось благодаря нашему партнеру, компании «Ростовский областной централизованный рынок». Итак, благодарность вручается генеральному директору фирмы Виктору Бекетову. Благодарность за информационную поддержку и мастерскую работу с аудиторией в интернет-пространстве. Я думаю, мы будем развивать конкурс совместно, то, что заложено было с Михаилом Александровичем. Где композиторы будут писать, также участники хореографии смогут размещать свой материал уже в личных аккаунтах. Аналог этого сети пока не было с Михаилом Александровичем, будет развиваться в этом. Что такое зритель?
от зрителя зависит настроение игры, как зритель смотрит. Все, все взгляды, от этого настроения музыки. Ты играешь, видишь, люди улыбаются, у тебя где хочется лучше сыграть. И вот целая группа участников «Донской волны» впервые получает призы зрительских симпатий. Еще новости. С 8-й предстоящей «Донской волны» имени Михаила Баланова вводятся очередные номинации «Рок-группы» и «Телеведущий». И мы уже придумали целый ряд интересных заданий, используя опыт создания в 90-х годах детской телепрограммы «Дона Пломбир». Новое хорошо забытое старое. А я тем более не забыла, как задумывала «Пломбир», собирала ребячий актив, как мы получали главные призы на всесоюзных, всероссийских и даже международных телефестивалях и конкурсах. И призы зрительских симпатий тоже получали. Времена меняются, «Пломбир» остается. Так что мы ждем конкурсантов для участия в номинации «Телеведущий» и в открывшейся при интернет-канале независимого телевидения студии, которая тоже называется «Пломбир». А награждение продолжается, ведь не так просто охватить вниманием всех участников, а организаторы стараются это сделать. А участников множество, 7 номинаций, больше 1000 человек, вокалисты, хореографы, народная инструментальная музыка, джазовый вокал, авторская и народная песня. А участники бывают на этом конкурсе из разных уголков не только Донской земли, но даже мира. Кубинцы, немцы, болгары, видеопредставления коллективов из Новосибирска, Саратова, Нижнего Новгорода. По мнению жюри, в которое вошли известные профессора Ростовской государственной консерватории, солисты музыкального театра, деятели кино и телевидения, в каждом участнике, дошедшем до финала, обязательно есть та самая искра Божия, которую невозможно не заметить и не отметить. И об этом мы тоже говорили в тот вечер. О творчестве, о гордости, о родине. Вместе. Дети, взрослые, родители, педагоги, гости. И от этих общих разговоров о жизни тоже становилось хорошо на душе. Вот так мудро затеяли супруги Балановы этот конкурс, что, окрепнув, он стал не только площадкой выступления талантов, но местом, где уважаются, приветствуются и воспитываются в прекрасной творческой форме великие понятия духовности, нравственности, патриотизма. Об этом и мечтали организаторы, искренне и горячо, а потому все так и происходит. Анна Лихачева, моя дочь, она здесь участвовала в первом конкурсе. Я хочу сказать, что благодаря музыкальному телевизионному конкурсу сейчас в интернете очень часто смотрят ее записи, и уже сейчас по миру, по всему миру, сейчас вот будет в ноябре гастроли в американские, китайские будут в декабре, и она уже приглашена в качестве члена жюри, и запись диска будет в Мексике. То есть это телевизионный конкурс, который мы здесь организовали, Баланова, Михаил Александрович и Елена Алексеевна. Это просто феноменальный конкурс, который вам поможет в будущем. Я думаю, что ваши дети здесь приобретут мудрость творчества, счастье души и полет мысли. Я хочу, чтобы им здесь было легко, свободно творить и творить. Удачи вам всем и успехов! Что вам дал этот конкурс? Я просто выросла на этом конкурсе, и я безумно счастлива, что судьба меня сюда привела. Мама меня сюда за ручку привела, познакомилась с Еленой Алексеевной, с Михаилом Александровичем. И я безумно счастлива и с огромной благодарностью. Что делать в консерватории, Мария? Артур? Знаете, мне немножко стыдно за одну вещь. Как-то так получилось, что вот уже 7-й конкурс, 7-е награждение, я веду, а поучаствовать так не довелось мне, если честно. Но еще все впереди. Ни разу, еще впереди, я думаю, да, еще будет и 8-й, и 9-й. Что зависит от личности? Тот, кто сегодня в зале, он двигает Россию вперед чуть-чуть? Конечно, двигает. Потому что мы жители нашей страны. Никто не как мы будет двигать нашу страну вперед. Вижу коллегу Людмилу Квасову, известный журналист «Донтер». Можно на секундочку, Людочка, поднять? Я смотрю, радуюсь, удивляюсь, потому что такие голоса, столько
столько людей, столько света, столько добра, от этого все зависит. Вся на славу, что называется. Все довольны, зрители, все получили свои награды. Вы из зала, это прямо самое главное. Мне раз когда маленькая девочка сегодня спросила, а что, ты думала, что получишь награду? Она говорит, конечно, думала. Значит, чего вы сюда приезжала? Это классно, вот, правда. Пока мой рот поднимается, я просто спрашиваю, ты думала, что ты станешь вот одним из лауреатов? Так, что ж, так, так, вот.